Теперь к другим темам. В Йошкар-Оле в этом году планируют поставить рекорд по дорожным работам. Только в столице в 2021-м уложат более 23 километров нового асфальта. Часть улиц уже сдана в эксплуатацию, часть находится в процессе преображения. Полным ходом идет и ремонт столичного Вараксинского моста. Работы здесь ведутся подрядчиком и днем, и ночью. Задача – сдать готовый объект в установленный срок, чтобы жители и гости города не испытывали неудобств во время передвижения. Добавлю, что мост закрыт не только для автомобилистов, но и для пешеходов. Как продвигаются ремонтные работы? И когда движение здесь будет возобновлено? Ход и качество оценил накануне столичный мэр Евгений Маслов. Изначально планировалось, что здесь только заменят асфальт. Но потом было принято решение провести реконструкцию. Дело в том, что Вараксинский мост, построенный в 70-е годы прошлого века, ни разу капитально не ремонтировался. И сейчас самое время исправить эту несправедливость. Подходы к Вараксинскому мосту, улица Водопроводная, делался у нас в этом году проект по безопасным качественным дорогам. А за Вараксинским мостом это помощь правительства региона, решение главы республики о ремонте въездных групп в город. Также были сделаны эти работы. Мост остался, получается, между двумя уже отремонтированными участками. Наши специалисты, у нас ведущее предприятие в республике, ГУП «Мострельмстрой», осмотрели мост, приняли решение о том, что мост находится в предаварийном состоянии, что им надо заниматься немедленно. И большое спасибо еще раз правительству региона, главе республики, потому что ценник для города неподъемный, 32 миллиона рублей с лишним стоит этот мост, капитальный ремонт. Эти деньги были изысканы в бюджете республики. Чтобы работы были выполнены в максимально сжатые сроки, но при этом качественно, дорожники работают на объекте в 3 смены. За 10 дней ремонта строители разобрали проезжую часть старой конструкции до пролетных строений и уже положили новый выравнивающий слой. Частично выполнена гидроизоляция, ведутся работы по устройству защитного слоя. До конца этой недели гидроизоляция будет выполнена на мосту в полном объеме. Защитный слой из бетона положен тоже в полном объеме. Как бы остаются работы, в основном у нас останутся работы через недельку в подмостовой зоне, ну и тротуары. Работа организована, как мы уже говорили, 24 часа, 3 бригады работают. С 3 числа, как закрыли мост, ни на минуту не останавливали производство работ. Поэтому за этот небольшой промежуток времени уже выполнен, в принципе, довольно-таки внушительный объем работ. Проблем никаких нет. Вараксинский мост закрыт для проезда на месяц. В связи с этим автомобилистов и пешеходов просят отнестись с пониманием к временным транспортным заторам в часы пик на соседнем Вознесенском мосту. Неудобства временные. Ремонт Вараксинского моста завершится к 3 августа.